небеса темны, холодны и непостоянны. Их обитатели в большинстве своем не желают людям добра. Зато в верхних слоях атмосферы водятся зеленые игуаны вот такого пера. На земле им тесно, что далее неизвестно. А сверху море излучения, небесных камней за 8 жизней не съесть. В общем, древесные, океанские, отчего бы не быть небесным, вот они. Космонавты в курсе, еще в первый раз с орбиты на них глядели. Убедились, летают, кормятся, здороваются, не причиняют вреда. А что, никому не рассказывают, так зачем им нужна такая оказия в личном деле? Даже если поверят, не выпустят же никуда. А если вы спросите, куда делся тот вестник, ожидаемый, нежеланный, который с чашей, печатями, концом истории, приговором судьбы, то сообщаем, его на лету и без удовольствия проглотила зеленая игуана на верхнем краю стратосферы. Еще.